Молдове мы отмечаем День Победы. Во-первых, хотел бы от имени всех бельчан, всех граждан страны поблагодарить и преклониться перед ветеранами Великой Отечественной войны за их героизм, за их самоотверженство, за их героическую победу. Они нам подарили мирное небо ценой своих жизней, жизней своих товарищей, своих близких людей. Мы, сегодняшнее поколение, обязаны не просто беречь оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, так как они являются нашей живой памятью о тех событиях, о тех сражениях, о тех кровопролитных боях, благодаря которым мы сегодня живем, как я уже говорил, под мирным небом. Мы сегодня должны сделать так, чтобы эта память, благодаря ветеранам, кто остались живы, должна передаваться из поколения в поколение, потому что это делает людей добрее, ответственнее. Это делает просто наш мир лучше. Мы каждый год, вы знаете, поздравляли всегда ветерана Великой Отечественной войны и в Бельцах, и по всей стране. Значит, я хочу поблагодарить всех бельчан, всех активистов, которые проводили ряд мероприятий на этой неделе, которые поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны на дому. К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны не смогли участвовать сегодня в этом шествии, потому что мы столкнулись с тем, что в прошлом году мы вообще одни участвовали в возложении цветов. Сегодня, слава Богу, что условия нам позволяют провести этот мирный марш, марш памяти нашим героям. Значит, мы сегодня также будем продолжать поздравлять ветеранов. Мы будем также продолжать мероприятия по случаю празднования 9 мая, Дня Победы. Каждый год мы выделяли из резервного фонда Приморья ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч лей. Также каждый год выделялось 10 тысяч лей от меня лично. Мы самое главное, чего ждут от нас и ветераны, и все граждане страны. Мы должны сделать все для того, чтобы они себя героями чувствовали круглый год, а не только 9 мая, как это, к сожалению, происходит во многих населенных пунктах страны. Потому что в Бельцах ветеранов поздравляют новогодние праздники, 23 февраля, день освобождения Бельц, Яска, Кишиневска, Операц, соответственно, 9 мая. Я хочу всем пожелать мира, хочу пожелать всем правильно относиться к истории Великой Победы и ни в коем случае не пытаться ее исказить так, как это, к сожалению, некоторые делают.